Оу, привет. В этот раз я потерялся где-то далеко в океане, в какой-то стеклянной колбе, ну и короче, вот. Это Waterblock. Что ж, всех приветствую на прохождении новой сборочки. А, мы начинаем. У нас, значит, есть аквалангистический костюм, или как он там называется, короче, костюм для дайвинга. Вот, и мы можем вот выйти в открытое море, чтобы достать или убить какую-нибудь рыбку. Хорошо, что значит у нас тут еще есть много-много-много квестов, которые мы сейчас будем выполнять. Например, первый квест это получить вот этот саженец. И, конечно же, он нам не засчитается, поэтому мы просто поставим куда-нибудь его сюда и вырастим дерево, а потом его соберем. Пам, и мы получили первую ачивочку, а также собрали дерево, которое нам пригодится чуть-чуть попозже. Интересная штуковина, здесь есть Wooden Creek, значит есть здесь Экснихилио. Скорее всего, раз это идет вот такая вот логическая ветка к Wooden Creek, а потом к нитке. Давайте-ка проверим, зачем мне что-то читать, когда можно сразу же все проверять. Так, делаем палочки, делаем еще такую штуковину, делаем верстак, верстак улучшаем. Кидаем его куда-нибудь вот сюда, а потом что делаем? Значит, улучшенные крюки, компрессируем, получаем компрессит крю. Забираем листву, да, червячки выпали. Экснихилио, креть, есть. И с этой стороны делаем то же самое, только здесь мы уже будем выращивать этих червячков. Куда-нибудь сюда, 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 туда, потом туда. Ну а теперь ждем. Что ж, это все заразилось, ломаем, собираем. Какие страшные звуки были. Получаем стринги, в смысле нити. Из этих нитей мы можем скрафтить себе вот такой нет, а потом мы еще по квестам сможем скрафтить тренер бас. Слишком мелко, все нужно сделать ближе. Я слишком слепой для этого всего. О, вот так, наверное, получше будет. В смысле? Как? Ты что тут забыл? Не бей меня, я не должен умереть впервые же несколько секунд. Не, серьезно, как он тут появился вообще? На стекле же мой бы не спавнился, а здесь светло все было. Ладно, останется эта загадка для нас. Потом вот это и отлично. Теперь нам нужно найти место, где у нас хорошо будет поступать вода, например, где-нибудь... Сложно. Давайте-ка, наверное, сделаем вот это вот место. У нас здесь будет вода, но здесь нужно закрыть вот и этот блок. Здесь хорошо, тогда ставим здесь одну тренер-базу, и я забыл кое-что сделать. Да, я знаю, что я гений! Блин, ну серьезно, еще и верстак так далеко стоит. Нужно же было вот эту штуковину обложить палочками, чтобы получить укрепленную эту штуковину, ну точнее, уже готовую эту сетку. Блин, деревья! Так, а теперь мы это засуваем сюда и получаем что-нибудь полезное, да? Да, например, глина, которая нам понадобится, скорее всего, для кирпичей. А кирпичи понадобятся для бонсай-потов. Отлично, я умный. Блин, пока себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Ё-моё, что тут произошло? Блин, всю листву потерял. Теперь у меня паук. Уходи, уходи, уходи. О-о-о. Я понял, это все деревья виноваты во всем. Так, а вот здесь вот уже проблемка небольшая встает. Для того, чтобы получить вот эти ресурсы, нам нужно найти аквакрипера и убить его, только тогда оно нам выпадет. Вот что тут заметил-то. У нас тут есть камень, а я случайным образом сделал себе кирочку. Так вот, предлагаю сломать камушек этот и сделать себе меч и пойти отправиться в дальнее путешествие. Кстати, нам еще понадобятся вот эти вот бочки. Нам нужно как-то отсюда свалить. Как, я не знаю. Наверное, придется сломать вот этот вот камушек. Сломать вот этот песочек, сломать вот это стекло. Так, нет, это слишком быстро. Сначала нужно найти этих рыбок. Вы кого-нибудь видите? Я вот никого не вижу. Не, серьезно. Вообще никого. О, одну увидел, две увидел. Ничего себе, это криперы какие. Блин, и как мне их туда запустить? Ну-ка. Пойдем за мной. О, тут тоже вроде появились. Не, мне, значит, показалось. Ну ладно, выправляемся наружу. О, вот она. Иди сюда. На! Пуф. Обычно вы меня обижали, но теперь я вас буду обижать. Так, 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 на. У нас есть два пороха, но мне кажется, этого нам будет мало. И нам нужно еще пороха. Блин, рыб-то больше нету, а кислород заканчивается. Наверное, нужно пособирать вот эти вот водоросли, вдруг пригодятся. И вон до тех бы доплыть, но главное бы я успел. Так, это ломаем, это ломаем.
Собираем эти водоросли, листочки, вдруг они нам понадобятся. Ну, блин, мне кажется, что они нам понадобятся. И еще бы рыбочку найти. Как бы этот странный крафт не выглядел, но нам нужно сделать вот такую штуковину, водный хед-компонент. В размере 4 штук. Блин, вообще, это такая штуковина, которая нам сейчас... Короче, для начала нам понадобится немножко земли, как обычно засовываем наши саплинги в бочки, немножко ждем, и в скором времени мы получим земельку. Ну а теперь нам нужно будет скрафтить вот такие две штуковины. Это Wooden Head Provider пусть будет, не суть, и еще Wooden Combustion Hater. Блин, я, короче, в английском силен, я это знаю, да. Ну а теперь мы сделаем печку земли при помощи этого компонента и одного блока земли. Мы просто гении, да, я знаю. Ух, отлично, печка есть. Квесты есть, и теперь, в принципе, мы можем забрать отсюда нашу глину для того, чтобы сделать кирпичи, из кирпичей сделать бонсай-поты, ну а потом уже, как бы, это самое... так сказать, автоматизировать это все. Ну, в смысле, добычу деревьев, яблок. Яблоки обязательно, яблоки наша еда. Блин, мне кажется, вы тоже подумали о том, чтобы я сделал уже нормальную печку, у меня же есть булыжник. Я же могу, да, ее сделать, наверное. Так, ставим сюда. И, в принципе, уголек уже можем закинуть сюда и пережарить глину. Да? Ну да, в принципе, это пусть пока здесь работает. Странная штуковина, она прям вообще тратит неимоверное количество дерева. И если мы этого уберем, то вообще все будет очень плохо. Ну а теперь мне просто интересно, вот вы когда-нибудь крафтили водяной пистолет из дерева? А я вот только что сделал это. Знаете, в чем есть прикол? С помощью этого водяного пистолета мы сможем творить прекрасные дела. Сейчас вам все просто продемонстрирую. Это, оказывается, настолько все офигенно. В него мы можем набрать максимум 4 ведра. Да, да, у нас оно есть, и у нас есть немножко блоков земли, которые мы получили из саженцев. Теперь мы просто берем этот водяной пистолет и долбим землю и получаем глину. Как бы это странно не выглядело. И при этом всего я потратил 2 ведра на 5 блоков. Что? Это здесь не так, это точно. Вот, глина у нас есть. Опять же, мы можем еще закинуть сюда глины для того, чтобы сначала сделать бонсай-поты. Это та штуковина, с помощью которых мы сможем получать деревья. И да, так. Теперь это сюда, сюда. И я вот понял, что как бы саженцев-то у нас больше нету. И здесь, оказывается, есть такой хороший квест, как раз ради нас. Все прекрасно, просто нужно их оставить где-нибудь там и не брать больше, чем нужно. Вот, уголек тоже есть, все прекрасно. Теперь остается, опять же, немножко подождать, чтобы сделать котел для того, чтобы получить лаву. Но стоп, как мы получим булыжник? На дно же мы не будем спускаться, правильно? Значит, где-то его из другого места можно получить. Дальше по квестам нам говорят, нужно сделать ведро с лавой, но нужно сначала как-то лаву получить. Самый простой способ я нашел, это вот через Blaze Powder блок. Здесь нужно сделать всего-то Blaze Powder, а она делается вот в этом комбастионе. А один ганпаудер к 3 Blaze Powder. Примерно я понял, как это делается. Ставится вот этот вот нагревающий элемент, потом ставится сам Combustion Hater, так его назовем, потом вот таким вот образом выставляются вот эти деревянные никчемные блоки, и как-то вот этот, наверное, ломается. Этот мы чуть-чуть попозже уберем. Потом сюда нам нужно будет скинуть ганпаудер и куда-то вот сюда, скорее всего, закинуть уголек, а вот сюда поставить кнопку. Но, блин, эта многоблочная структура не хочет работать. А так, она работает отлично и... А как это запустить, никто не знает. Блин, вы не поверите, сюда, оказывается, просто нужно было закинуть доски, а не уголь. И теперь, по идее, если сделаю так, то вот здесь мы должны будем получить что? Правильно, Blaze Powder. Офиген. Я сломал всю систему. И мне как бы нужно еще получить этой штуковины, так что закинем сюда, а потом каким-то... Вот таким образом. А потом еще доски. Еще досок закинем. О, 2 хватило. И взрываем. И получаем еще Blaze Powder. Отлично. Теперь мы это переделаем в блок. Блок забираем. Кидаем его вот в этот тигель.
кидаем. О, и здесь слава начала набираться. Теперь осталось нам сделать как бы только ведерочко. И у меня на него же хватает, да, всего? Да, хватает. Отлично. То есть теперь получается, мы идем сюда, делаем вот такое ведерко, закидываем его в печку и немножко ждем. Ведерко готово. И теперь остается только дождаться, когда лава тут наберется. Вот наше первое ведро лавы готово, и мы даже не обжигаемся. Офигенно. Но я тут немножко пропустил, и... Что ж нам тут теперь делать-то? Как бы вот, потом бонсай-поты, ведерко. Еще и ведерко сжег, вот я гений. Не, ну серьезно. Как так можно было сделать? Еще теперь нужно как-то коблстоун получить. А, ну, генератор булыжника ведь, да, обычный? Нет, а если правда, это же генератор булыжника, можно обычный сейчас забабахать. Или нет? Или да? Ну-ка, сейчас проверим. Так, ведро. Тырим воду. Идем куда-нибудь сюда. Копаем здесь, здесь. Как он там делается-то, я уже забыл. Давайте-ка, наверное, на угол сделаем. По-моему, так. Ладно, короче, сейчас потратим целое ведро лавы. Берем ведро. Кидаем сюда. И по идее я смогу теперь добывать булыжник.